провинции Британская Колумбия введен режим чрезвычайного положения. Сильнейшие лесные пожары вынуждают власти Канады идти на беспрецедентные меры. Эвакуации подлежат целые города. Число эвакуированных граждан возросло до 25 тысяч. Информации о жертвах не поступало. Напомню, сейчас на северо-западе страны бушуют свыше 230 пожаров. Площадь возгорания составила 165 тысяч гектаров. Официальные лица заявили, что следующие 48 часов будут критическими. Пламя уже вплотную подходит к городку Йеллоунайф. В усилиях по борьбе с бедствием задействовано больше 200 пожарных с Мексики. Дополнительные бригады также прибудут из Центральной Канады. Прямо сейчас мы переживаем худший сезон лесных пожаров в истории нашей провинции. Эта беспрецедентная ситуация достигла апогея сегодня. Только за последний час мы эвакуировали жителей 15 тысяч домов по всей провинции. Что касается режима чрезвычайного положения, оно позволяет нам мобилизовать ресурсы партнеров, которые не хотят или отказываются сотрудничать.